Yashodana Dama Braja Janaram Jana Yashodana Dama Braja Janaram Jana Yamuna Tirana Chari Yamuna Tirana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavala Bhagiri Varadari Gopi Janavala Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Nitai, Gauranga Nitai, Gauranga Nitai, Nitai, Gauranga Nitai, Gauranga Nitai. Jai Prabhupada, 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 Shiva Prabhupada, 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 Shiva Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev, Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Sankirtana Yagya Ki Jai, Mantakati Vaishna Vrinda Ki Jai. Сегодня день...
Радхакунды, кто еще не знает, сегодня у нас особый разлив Кришна-премы. Если хватит времени, конечно, было бы хорошо обсудить историю, вспомнить явление Радхакунды. Так, на сегодня у нас очень интересный эпизод. Страшно интересная история, как во Вриндаване появился озеро Яда. Как вообще это возможно? С точки зрения как бы расы татвы, вспоминая о том, что Вриндаван – это не просто местность, не просто деревья, вода, реки – это определенная бава, определенное постоянное эмоциональное состояние. И понятно, что яд имеет дуля. Да, спасибо. Особый смысл. Яд это, на языке расы татвы это зависть Кришне. То есть убивают на повал. Так это случилось с мальчиками и с коровами. Так, ну, я опережаю обстоятельства. Сейчас мы зачитаем тексты. Но важно, что это очень такая интересная интрига. Как вообще возможно во Вриндаване зависть? Мы же недавно обсуждали, как Брама увидел Вриндаван, да, 13 глава. Найсарга Дурвайрах. То есть Найсарга означает прирожденно, дурвайрах, враждующие формы жизни, они сахасан, они живут вместе, то есть нет вражды. Это то, что поразило Браму окончательно. Он понял, что Вриндаван – это вообще не материальное место, там нет зависти, там нет вражды. Там нет даже голода и жажды, в этом же тексте говорится. Да? И тут 12 километров яда. Ну, понятно, не в центре Вриндавана, на околице, но это такая очень глубокая интрига. Надеюсь, мы обсудим сегодня. Что же произошло? Итак, 10-я песня, глава 15-я, Смердина Пасуры, и тексты 47-го по 52-й. Ну, то есть Смердина Пасура уже благополучный. Выполнил свое служение, он освобожден уже, достиг совершенства. В предыдущих текстах описывалось, как Кришна победоносно возвращается в Вриндаван. Вот эти удивительные обмены эмоциями, как Кришна, он вдохновляет преданных по дороге, во Вриндаване его все ждут, важное описание. И вот сейчас, вот, неожиданно, да, вот, как раз прелюдия к следующей главе убийства змея Кали, наказание змея Кали. Вдруг такой эпизод посреди вот этого совершенства, пиршества, любви, яд. И этот яд настолько могущественный, что он убивает духовные тела. Только представьте. Понятно, что смерти не может быть. Коровы имеют духовные тела. Друзья Кришны имеют духовные тела, и кто-то не умирает. Так вот устраивает Лила-шакти. Что же это за яд такой? Как он проник во Вриндаван? Страшно интересная история. Итак, 47-й текст. Иванса Бхагаван Кришна Вриндавана Чараквачит Яурама Маритира Джам Калиндин Сахит Хирдрипах. Пословный перевод. Эвам так. Саха он. Бхагаван. Верховная личность Бога. Кришна. Кришна. Вриндавана Чарах. Гуляющий и развлекающийся во Вриндаване. Вачит как-то раз. Я пошел. Рамам Рите. Без Господа Баларама. Раджан, о царь Парикши. Калиндим, Крития Муни.
Сакхи-бхих друзьями, Бриетах окруженными. О царь, так развлекался Верховный Господь Кришна, обходя окрестности Вриндавана, как-то раз, окруженный друзьями, но на этот раз без Баларамы, он оказался на берегу Ямуны. Я два слова скажу, как Ачарья комментирует. То есть специально все было так устроено, что Баларама не пошел, потому что Кришна знал, что он не даст ему прыгнуть в Ямуну, и он не позволит, чтобы мальчики выпили яд из этого озера. Вот. Его нужно было отстранить. Как раз это случилось в день рождения Баларамы. Мама Рахини его оставила дома, чтобы совершить ему особое омовение в день его явления. Вот. Поэтому Баларама не было. Но в этом был тоже определенный замысел. Текст 48. Аттагава чагопа чани даката папа и гитав душтам джалам папустасьяс кришнартавиша души там. В тот день жарко летнее солнце, пекло особенно сильно, и коров с пастушками одолела жажда. Чтобы утолить ее, они принялись пить воду из Ямуны, однако вода оказалась отравленной. 49.50. Вишамбаста упаскришья дайва пахатаче пасага нипиту ясавах сарве саливанте курудвага викшятанвай патабутан Кришна йоги Шварешвараха, Икшаям Рита Варшинья, Сванатхам Санадживая. Едва коснувшись отравленной воды, все коровы и пастушки по воле божественной энергии Господа потеряли сознание и бездыханными упали в воду у самого берега. О герой рода Куру, увидев, что с ними случилось, Господь Кришна, владыка всех великих мистиков, проникся состраданием к своим преданным, для которых не было иного повелителя, кроме него. Пролив на них нектар своего взгляда, он вернул их к жизни. Взгляд – это особая тема будет. Все ачарьи без исключение обращает на это внимание. Могущество взгляда Кришны. И текст 51-52. Те сам пратита смрита ях самутхая джалантихат а сам суми смрита царве бикшамана тарастарам. Очнувшись, коровы и пастушки поднялись из воды и в недоумении стали смотреть друг на друга. Я извиняюсь, шумит компьютер, тут никак не избавиться от этого. Ну, нормально, слышно меня, разборчиво. Он охлаждается. Так, итак, очнувшись, коровы и пастушки поднялись из воды и в недоумении стали смотреть друг на друга. Анвамам сататадраджан говиндано брахикшитам итва вишам паритасья пунар уттанам атмага. О царь, через некоторое время мальчики поняли, что от выпитого яда они умерли. Но Говинда своим милостивым взглядом вернул их к жизни. Силы возвратились к ним, и они снова могли держаться на ногах. Так заканчивается комментарий Смиренный Слух. Его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады. В 15 главе 10 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Кришна и Баларама убивают Дэнкасуру». О, моя Геннадия Мирандасия, Геннаджина Шалакая,
Чакшурпунмилитам Вина Тасмай Шри Гурве Намаха Шри Чайтанья Манудиштам Стапитам Йена Бхутале Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантитам Ванча Калпата Рупьяща Випаслин Дубьевача Патитана Паванепьо Вайшнамепьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатара Шиваса Нидора Бхактивинода Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityananda, Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Prasitya Vrishpavini. Итак, загадочное явление во Вриндаване – яд зависти. Зависти по определению во Вриндаване нет. Как это может быть? Озеро мы встречаем до появления главного персонажа, который явился источником этого яда. Да? То есть мы не знаем еще, кто это, но уже вот отравление как бы идет. Вот так, как сказать, когда преданные, они чувствуют нектар сознания Кришны, когда они чувствуют прилив вот этой любви, которая царит в хорошей общине, в хорошей санге. То есть сначала мы встречаемся с некой атмосферой, которая погружает, покушается на это, ну, на вот эту, эту атмосферу. Да. То есть сначала мы чувствуем, что вдруг атмосфера любви между преданными, она может снижаться. То есть непонятно еще, откуда это исходит, но как минимум становится меньше счастья, меньше доверия, меньше любви. То есть и это уменьшает бхаву всех присутствующих. Несмотря на то, что бхава, она духовна, ее как бы нельзя ограничить, ее нельзя уменьшить. Но она как бы ограничивается. Это тоже влияние внутренней энергии. То есть мы пытаемся сейчас понять вот эти законы лила-шакти, как эта внутренняя энергия Господа, она организует преданных в совместное служение на основе их привязанности к Кришне. Но также лила-шакти занимает в своих играх и анархи преданных. Вот анархи, с которой вот мы сейчас будем соприкасаться, который олицетворяет змей Калии, как вот Бхактивинода Тхакура описывает, это зависть. Причем зависть преданная. Вся страшная история в этом. Что зависть, банальная зависть, она в обществе преданных во Вриндаване, она не уживается. Она не может ужиться. То есть преданные, благодаря внутренней энергии, они абсолютно свободны от какой-то конкуренции, по сути, от того, чтобы достигать чего-то в обществе преданных. То есть, когда они погружаются в хорошую сангу, в хорошую атмосферу, они понимают, что это как раз то, что хочет каждый, и я этого хочу. И все вот эти вот желания, связанные с чувством превосходства, вот, на котором держится материальный мир, они ослабевают. Но во Вриндаване может ужиться именно зависть к преданным. Это очень интересный момент. Ну, то есть Кали, он же не просто вот как там Кеши или Акасура, он прибежал во Вриндаван. Расправиться с Кришной по
просьбе Камсы. То есть это не случайный как бы, персонаж, который ну, оказался во Вриндаване ну, не как житель, не как тот, кто ну, как бы нашел прибежище, устроился, так сказать, во Вриндаване. Да? Живет там, почувствовал себя дома. Только Калия, единственный демон, который ну, устроился жить во Вриндаване. Это интересно, что за сила, то есть как это, демон понятен. Даже Тхинакасура со Слами, но они там были подольше во Вриндаване, но все равно они как бы на службе там были, на работе. Но Калия, он именно устроился, ему там во Вриндаване тоже хорошо. Но при этом из него исходят ядовитые отделения, эмоции зависти. Зависти к преданным. И вот оказывается, эта загадка неразрешима, но оказывается, Калия в прошлой жизни был предан. Бхактичитанья Махарадж, да, Бхактичитанья Махарадж в своей лекции я прочитал, он описывает прошлую жизнь змея Калия, то есть его звали Тхинашира, он жил в каком-то ашраме в Гималаях, совершал свою баджан, свое служение. И там был какой-то конфликт с каким-то преданным. То есть кто-то из преданных пришел в паломничество, попросился в вашем Тхинашире, тот ему отказал. И этот вайшнав, он его проклял. Вот. Благодаря этому проклятию он оказался в Вриндаване в форме жизни змеи. Вот. Вот это интересный момент. То есть Калия оказался жертвой проклятия вайшнавов. Все он вайшнав, поэтому во Вриндаване, в принципе, у него есть желание жить. Но при этом он лишен уже пхавы, потому что это проклятие. Но когда есть проклятие преданных, то несмотря на то, что ну, мы, и самбанха, и пхидея наша, она как бы полностью вовлечена вот в это служение, в преданное служение Кришне, и мы сердцем как бы за это наша цель, это наше желание. Прайоджана не приходит, пхава не приходит. Вот такая интересная ситуация может приключиться во Вриндаване. Но если этот Вриндаван, он именно вот в материальном мире проявляется. Да? Хаума Вриндаван. Вот есть в этом смысле история важная из читания Лилы. Кстати, это антилила, это уже повествование об игре Господа Читания на уровне ну, его возвышенных эмоций. Это 8 глава Антилилы, история о Рамачандра Пури. Наверняка многие ее помнят. Рамачандра Пури был великим преданным, учеником Мадхавендра Пури. Мадхавендра Пури известно, что он калпаврикша во Вриндаване, он раздавал щедро прему, он пришел Навадвипу, не, вернее, он, я не помню, где он жил, но так или иначе, Мадхавендра Пури, он пришел с миссией дать вот этот плод, вот это понимание о том, что Раджа Бава – это наивысшее духовное состояние, наивысшая духовная эмоция, высшее совершенство духовной жизни. И Мадхавендра Пури щедро раздавал вот эту свою Враджа Паву всем, кто смог принять его руководство. Мы знаем, что даже духовный учитель, самого Господа Читания Швара Пури был его учеником. И Рамачандра Пури тоже был его учеником, причем успешным учеником. Он стал великим саньяси, у него было очень много последователей. И так случилось, что когда Мадхавендра Пури оставлял этот мир, Рамачандра Пури не смог понять глубину его переживаний. Казалось, что Мадхавендра Пури впал в скорбь, что является, ну, с точки зрения таттвы, результатом влияния тамагуни, страха смерти, например, до тяжелого состояния с телом. И Рамачандра Пури подумал, что вот это чувство разлуки и беспомощности, которое испытывал Мадхавендра Пури, оставляя этот мир, то есть он чувствовал, что
ну, как чувствуют великие преданные, которые на острие вот разлуки с Кришной, вот это, острый Абхава, разлуки с Кришной, постоянно чувствует, что у него нет любви к Кришне. И вот он сокрушался, что вот он оставляет этот мир, но так и не обрел Кришна прему. Это был его экстаз, на самом деле, это было его служение Господу. Это было проявление, высочайшее проявление его Кришна прему. Но в этих слезах Рамачандра Пури он увидел скорбь. Не мог различить духовные эмоции от материальных. Ну, в этом смысле он проявил некую неквалификацию. Но мало того, он совершил серьезную ошибку. Неквалификация прощается, но он подумал в гордости своей, что он может проповедовать своему духовному учителю. Что он может помочь ему избавиться от скорби, от вот этого временного влияния низших гун, чтобы помочь ему оставить тело более успешным. И когда Рамачандра Пури начал ему цитировать Бхагавад-гиту на Шачете, на Каншати, Самах Сарвеша Бутышу, Прамбутта Прасанатма, чтобы вернуть его в эту Прасанатму Брамана, Мадхавендра Пури он не выдержал. Это так резануло по сердцу. Но вот то, о чем мы сейчас пытаемся сказать, когда мы погружены в этот духовный опыт, в блаженство, в счастье сознания Кришны, и кто-то не может разделить с нами это блаженство, это вызывает острые эмоции, то есть достаточно напряженное состояние чувств. И опять-таки из порыва этой любви Мадхавендра Пури, ну, практически он проклял своего ученика, он сказал: ты глупец, ты вообще ничего не понял. Я, если в момент оставления твоего тела я буду видеть твое лицо, я уйду в ад, он сказал, прочь отсюда, и он выгнал. И трагедия Рамачандра Пури, что даже это проклятие он не воспринял серьезно, он подумал, что ну это вот что и следовало ожидать, тамагуна, гнев и так далее, то есть он совсем запутался. И что произошло? Произошло, что несмотря на то, что Рамачандра Пури продолжал проповедовать учение Мадхавендра Пури, ведь он уже так себя в обществе поставил, как великий последователь Мадхавендра Пури, то есть он говорил о любви к Богу, о любви к Кришне. Несмотря на то, что у него была садхана высоких стандартов, высочайших стандартов, Абхиден был саньяси, поток бхавы, то есть результат этой правильной садханы, прайоджаны, обесточился в его сердце. Проклятие моего духовного учителя. То есть все внешнее осталось, как будто он великий вайшнав, последователем. Но внутри он не имел уже доступа к Кришне. А что значит, что нет бхавы? Это остается пустота. И пустота, то есть отсутствие Кришна премы, это вот и есть вот эта зависть, о которой много говорят вайшнавы в том смысле, что зависть – это единственное препятствие на пути к нашей рати, к нашей привязанности к Кришне. И как проявилась эта зависть в условиях Рамачандра Пури, он начал завидовать преданным, завидовать их счастью, завидовать их вот этой естественной, спонтанной жизни. Он начал подходить к проявлениям жизни вайшнавы с вот этим квадратным, стереотипным умом, который все раскладывает на правила предписания, как должно быть, как не должно быть. То есть он погрузился в критическое умонастроение. И это все больше и больше вовлекало его настолько сильно, что он даже был вдохновлен, представляете, какая была решимость. Он был вдохновлен буквально отыскивать недостатки у Господа Чайтаньи. Эта бхава, которая исходила из Господа Чайтаньи, перестала производить на Рамачандра Пури вообще какое-то впечатление. То есть как-то он там интерпретировал, что это там, ну что там, мистические силы, может быть, не знаю, последователи. Надо еще разобраться с этими последователями. И он искал недостатки в последователи с большим вкусом. С огромным вкусом Рамачандра Пури это делает.
Вот такая есть вещь. И эта вещь позитивная, я сразу хочу сказать. Это часть развлечений Господа, и это часть развлечений Вриндавана. То есть во Вриндаване все, опять-таки, все построено на привязанности к Кришне. Все отношения, вся деятельность, все общение. Но так как накал чувств очень высокий, накал чувств очень высокий, что может происходить время от времени? Преданные могут как бы гневаться друг на друга. Ну, потому что есть искры в хаве. Ну, представьте себе, я не знаю, одно дело вы разговариваете с человеком, он говорит какие-то там свои вещи о погоде и так далее. Ну ладно. Но тут вы едите какой-то очень вкусный торт. Можно себе представить? Ну, очень вкусный. Вы полностью поглощены, там какая-то вишенка, черешня, клубничка вообще. Ну, чувствуете, ну, преданно приготовили потрясающий торт. И тут кто-то начинает вам говорить там, что вот у него зуб болит, например. Ну, хотя вы понимаете, что у человека зуб болит, ну, вы ему сочувствуете, но не сейчас же. Ну, как вот эта клубничка и зубная боль? Ну, отойди со своей зубной болью. Ну, это может выразиться. Ну, сейчас расабхаса это называется. Понимаете, ну, сейчас вот не к месту. Ну, потерпи 5 минут, я торт доем. Ну, это, конечно, я пытаюсь как-то материальную аналогию привести, но вот, чтобы было понятно, что как чувства, они как бы развернуты в своей бхаве, переживания очень интенсивны, и кто-то их не разделяет. Вы можете сказать, ну, оставь меня в покое, пожалуйста, сейчас. И это не какое-то раздражение от чувственных наслаждений. Это, ну, связано с определенными как бы эмоциями в служении. И вот здесь тоже важен опыт, как правильно вести себя в такой ситуации. Потому что если мы последуем Рамачандра Пури или змею Кали, мы можем утвердиться в критическом настроении. Ну, то есть мы можем заслужить не просто, ну, такое, как бы, ну, искры в чувствах, в переживаниях, мы можем заслужить проклятие каких-то преданных. Ну, понятно, что на уровне Утама Адхикари, ну, преданные не проклинают никого. Но есть великие преданные, которых очень любит Кришна, которые, может, не достигли Утама Адхикари. Поэтому в какой-то момент они могут быть здорово нас проклясть, значит, со вкусом, там, с чувством. И к этому тоже нужно правильно отнестись. Ну, то есть не слишком серьезно к этому относиться. Вот это очень важно. Если мы хотим удержать вот эту атмосферу Вриндавана, не нужно вот эту заводь на 12 километров распространять. Вот это адхика, это одна из квалификаций преданных. Они, малейшее непонимание в эмоциях друг друга, они с ними работают, они их одухотворяют. Они с удовольствием просят прощения, они с удовольствием пытаются как вынести этот вопрос на сангу, обсудить, знаете, чтобы вот это вот как бы сам вакуум счастья в сознании Кришны, блаженство, общение между преданными, он опять, ну, как бы он был преодолен. Что вот этот пхава, вот это густое счастье общения с преданным, чтобы оно восстановилось. Это то, как делают преданные, ну, более близкие к Кришне. Это то, как делают друзья Кришны. Они все превращают в игру. Это то, как вот готы особенно там превращают любую стычку в удивительное, как переливы разных игр. Любая стычка, она превращается в новый повод для блаженства, особо острого блаженства. Мы знаем, есть Джатила, Катила, Абхиманию. Там есть очень много таких недопониманий, курьезных сцен, но там никогда нет зависти. Хотя даже кажется, что Джатила и Катила, ну, там зеленый, какой завистью там говорят? Ну, черной завистью, да. Они завидуют, я не знаю, и Кришне, и Радхарани, но это не так. Там нет вот этого яда, там никто не умирает, как вот умерли мальчики на берегу Ямуны сейчас от яда змея Кали. Это есть. Адхикар, когда преданный может погрузиться во Вриндаван окончательно. Но такая зависть есть. И вот сейчас Кришна, он будет лечить вот эту зависть Кали, который попал в ловушку проклятия преданного и сам к этому серьезно отнесся. То есть у него вот этот яд критики
преданным, он сохранился и источал его бытие. Все его бытие – это было источение вот этого яда. Итак, вот эти две вещи. То есть, с одной стороны, яд. Преданные пьют этот яд. Специальные лошадки устраивают, что очень жарко. То есть, такое чувство, что они не могли не попить воды. То есть, специально обостряется ситуация. И они падают замертво. Сначала коровы, потом мальчики. Ну, там есть разные варианты описаний. Есть версия, что сначала коровы попили воды и тут же упали замертво. А мальчики-пастушки не могли этого пережить. И из горя тоже попили воды. Ну, лучше уже умереть, чем смотреть на смерть наших коров. Ну, вот такая вот хава Вриндавана. Чувствуете? На контрасте, полная противоположность зависти. Ну а с другой версии, как раз по причине того, что мальчики тоже выпили воду вместе с коровами, но версия такая, что они, видимо, одновременно это делают. Ну, это уже в частности у каждого ачарьи в своем откровении, в своем самадхи приходит эта лила, и так или иначе может быть по-разному в разных. То есть эта же лила, она проходит много раз в разных вселенных. То есть могут быть разные версии. Но так или иначе, это случилось. Вот есть вот этот факт. Во Вриндаване появился яд, озеро яд. И даже близкие преданные Кришны, они стали жертвами вплоть до ощущения смерти. Смерть – это неприятная вещь. И вот как бы мальчики и коровы, они это почувствовали. И вот их оживляет взгляд Кришны. Взгляд Кришны – это особое могущество любви Кришны к своим преданным. И во второй песне, когда кратко-кратко описываются разные игры Кришны в 7 главе, Шукадева Госвами, он останавливается именно на взгляде Господа, когда описывает буквально в двух текстах вот эту Калия-лилу. Он быстро пробегается по разным лилам Кришны, по разным воплощениям даже. И вот когда он вспоминает об играх Кришны, вот когда он наказывал змея Кали, он тоже вспомнил именно об этом взгляде. Вот это вот этот Удипан, о котором мы много раз говорим, он включает вот эти випхавы, то есть он включает развитие расы, углубление расы. Подобно тому, как мы говорили, запах волос Кришны, он вдохновляет Нанду Махараджа, маму Яшоди. Молоко начинает течь из груди, вот эти признаки, когда пробуждаются вот эти випхавы, пробуждаются особые эмоции преданных, когда Кришна дает повод для этого. И вот здесь похожая ситуация, что именно мальчики, они дали повод Кришне, вот то, что они попали в тяжелую ситуацию, что они были отравлены ядом зависти. Это вдохновило Кришну преисполниться особой любовью к своим друзьям, коровам. И одного взгляда было достаточно, чтобы он полностью их оживил. Полностью оживил. И они, когда очнулись, да, они начали с большим удивлением смотреть друг на друга. То есть они помнили, не переживали эту смерть, они помнили, что что-то чрезвычайное произошло. Они умерли по-настоящему, и Кришна их оживил. Они видели вот этот взгляд. И, конечно, я хотел более глубоко копнуть. Сейчас без 29, но я рискну хотя бы несколько минут. Мне кажется, это такая хорошая тема для более глубокого понимания того, что происходит сейчас. Вот есть вот этот яд, есть взгляд Кришны. Это вот эта тема сквозная
проходит через весь Бхагаватам, одна из тем Бхагаватам, это Ути, или Утая, движущий импульс творения. Мы знаем, есть 10 тем Бхагаватам, да? Сарга, Висарга, Стхана, Пошана и так далее. То есть описывается первичное творение, вторичное. И также одна из тем – это Ути, Ути или импульс, то есть движущая сила всего, что происходит в творении. И вот, как правило, движущая сила – это вот привязанность к плодам, кармическая деятельность, то есть желание вот что-то иметь, то есть желание удовлетворить вот эту потребность в собственности живого существа, который восходит именно к зависти Кришне, на самом деле. То есть вот это ути, энергетическое как бы оснащение, батарейка как бы любой деятельности в материальном мире, на самом деле это зависть Кришне. Это один вид вот этого импульса. И совсем другой, противоположный, это любовь к Кришне. То есть в материальном мире тоже можно действовать и совершать великие дела на основе привязанности к Кришне. И вот только две вещи есть. Бхагаватам это ярко иллюстрирует на примере седьмой песни. То есть есть мотивация глубокой-глубокой зависти к Кришне, олицетворяет ее Хирани Кашипу, он достигает успеха в этом. То есть его зависть к Кришне настолько сильна, вот эта бхава зависти, да, что он готов, ну, делать великие подвиги. Там есть своя ништха, там есть своя дхария, свое терпение, там есть величайший энтузиазм. И есть Прохлад Махарадж, который действует так же могущественно, так же терпеливо, так же решительно, но при этом им движет совершенно другой стимул – любовь к Кришне. Вот два вида ути. Вот мы любую деятельность, которую мы увидим в этом мире, мы увидим, что там происходит либо первое, либо второе, либо первое и второе одновременно. И вот это некая трансцендентная гьяна, способность увидеть вот это материальное бытие, ну, бытие в этом мире, вот это внешней энергии Господа, как переплетение этих двух импульсов, может помогать нам достичь вот этого тхикара, квалификации, правильно общаться. Для нас важно правильно общаться в обществе преданных. Что, когда мы говорим о вайшнавах в этом материальном мире, то вайшнавы на основе любви к Кришне действуют в среде, которая организована завистью к Кришне. И вот тут интересные вещи происходят. Как вайшнавы, вот ровно насколько они квалифицированы, они являются вот инструментами этого взгляда Господа, который выпивает яд из любой материальной ситуации. То есть преданные в этом смысле, они буквально одухотворяют этот мир своим сердцем. Они делают это очень просто. Вот так вот Кришна. Он посмотрел с большой любовью, и яд потерял свою силу. Вот такая вот детоксикация. Да, есть интоксикация, детоксикация. То есть просто пристальный взгляд премы и зависть исчезает. То есть что такое проповедь в этом смысле? Что такое вот милость Господа Чайтаньи? Это когда харинама санкиртана, вот это воспевание святого имени, когда все преданные сходят с ума в киртане, оно постепенно захватывает вот этот мир, которая поддерживается завистью Кришны, энергетически, постоянно, постоянно, постоянно. Но когда преданный именно в умонастроении Господа Чайтаньи, вот этого сострадания, смотрят на этот мир, вот сам энергетический фундамент, они как бы, ну, самые основы подрывают материального мира. То есть нет смысла там что-то передвигать внешне. То есть, в принципе, то, что делает завистливое живое существо в этом мире, это неплохо по своей сути. Это можно занять в служении Кришне. На самом деле это все санкционировано сверхдушой. Но энергетически это все пропитано завистью. То есть как вот сладкий рис в песке, знаете. Сладкий рис, есть такая аналогия, ну, пример авторитетный. Вот сладкий рис, это же очень вкусно. Но вот если вы поставите неосторожно перед пиром открытым,
Вот туда песок, даже если это песок в Раджа, он попадет на сладкий рис и будет расабхасом. Вроде сладкий рис и нектар, но вы будете жевать песок. Вот. И кушать вроде как хочется, да, сладко. И кушать невозможно, потому что песок. Вот это видят преданные. Когда они четко различают, вот, что от Господа Чайтанья идет вот этот взгляд Кришны, полный любви, любви к преданным. Глубочайшей любви. И достаточно этого взгляда, чтобы полностью уничтожать вот этот яд зависти. Вот как нам Ачарьи специально объясняют. Смотрите, вот как эта эмоция, вот это энергетические, вот наши движущие импульсы, они связаны по отношению к Кришне и всем живым существам. Вот зависть Хираньякашипу, да, вот это ути, связанная с тем, что человек очень решительно пытается достичь успеха в материальном мире. Для чего? Для того, чтобы засвидетельствовать бесконечное превосходство над другими живыми существами. И перед Богом, конечно же. Вот эта эмоция, она очень сильная. Но из чего она исходит? Смотрите. Пара сука-дуки, говорят вайшнавы. И пара дука-суки. То есть, смотрите, если кому-то хорошо, то возникает эмоция у меня, что вот у меня становится хуже, когда кому-то хорошо. Называется пара дука-суки. Кто-то достигает успеха. Ну и слава Богу. Но почему-то мне грустно. Ну, мне даже трудно объяснить. Вот. Помните, как у Высоцкого, там сосед купил машину, и он не мог заснуть. И вот у него план гениальный созрел. Вот проткнул шину, ну, не мог с машиной-то ничего сделать, ну, шину смог проткнуть, и вот уже без снотворного заснул. Чувствуете, легче стало. Это же интересная, да, эмоция? Или наоборот, у кого-то машину украли, и у меня такое облегчение, я думаю, что так настроение повысилось? Хотя я, не знал эту машину, ни разу не ездил в ней, и соседа люблю, но легче стало, понимаете? Ну, а так как легче стало, пришла энергия, начинаю что-то делать. Я иду к соседу и начинаю говорить. Ты знаешь, я так тебе сочувствую, что тебя машину украли. А что я этим распространяю, как вы думаете? Зависть распространяю. Это Достоевский очень хорошо показал в «Идиоте». Кто читал? Я давно читал. Меня поразила эта сцена, как там вот две подружки, вот, делились там самыми сокровенными секретами. Вот от одной подружки ушел жених. Ну, то есть все уже строилось хорошо, уже чуть не до свадьбы дошло, и тут жених ее оставил. И у нее трагедия, драма. И эта подружка прибегает, и такая вся в слезах, и хочет ей выразить сочувствие. А та подружка чувствует, что она просто ликует от счастья. Она просто переполнена блаженством, что этот брак сорвался. Но по каким-то своим причинам. И вот Достоевский гениально описывает вот это удивительное состояние. Две подруги, а на самом деле между ними поддерживается зависть и распространяется. И занимает все обстоятельства жизни в том, чтобы эта зависть расширялась все больше, больше, больше и больше. Интересная вещь, да? Очень глубоко она живет в сердце. Разум даже не сканирует этих вещей сейчас. И совсем другое. Смотрите, парадука-дуки. Вот что принес Господь Чайтанья. То есть я начинаю страдать, когда страдают другие. Или пара суки. Вот кто-то достиг успеха, и я очень счастлив. А когда царь Пратапарудра наконец-то добился Даршина, Господа Чайтанья, Джаганнатха Пури. Он так долго мечтал, он так страдал, он уже готов был покончить жизнь самоубийством. И так или иначе это случилось в саду Джаганнатха Валабхи. И все вайшнавы увидели, как Господь Чайтанья обнял царя Пратапарудру. И они так стали счастливы от этого. Вот. И Прабхупада комментирует этот эпизод, говорит, вот признак вайшнавы. Да? Он очень счастлив, когда другой вайшнав получает милость Господа. И эта любовь, она
ну, разлилось еще большими волнами. Прямо цунами затопило Джаганнатапури. Не только потому, что Пратапарудра лично, его сердце ликовало, потому что все вайшнавы ликовали, что Пратапарудра получил наконец-то милость Господнического. Вот, и на этом фоне, представляете, в Пури приходит Рамачандра Пури. Джаганнатапури в город, приходит Рамачандра Пури, Госвами. И вот его присутствие, Господь Читания дает обет, не буду есть так много, там вайшнавы же кормят его из любви, а Рамачандра Пури завидует, говорит, ну да, похоже, я переедаю. Рамачандра Пури критикует его, что он переедает, его ученики переедают, с вами ясно, с вашей парампорой, понятно все, переедайте, короче. Вот, и Господь Читания, так как это был брат Бога, его духовный учитель, он серьезно воспринял и дал обет уменьшить рацион питания в 2 раза. И все стали страдать. Пури, все вайшнавы. И кто-то проклинал Рамачандра Пури. Ну, внешне не показывал, потому что Господь Читания не допускал. Он говорил, это мой духовный учитель, он говорил. Но кто-то все равно проклял. И Рамачандра Пури был Пури, и тут его нет. Ну, как-то просто исчез, и все. И что с ним случилось, ну, как бы история умалчивает. Так или иначе, все вздохнули с большим облегчением. Вот так, так действует прям. Но в случае уничтожения вот это демонической вот этой анархии, зависти в сердце Калии, Господь Читания, он лично выбивал, говорил Господь Читания, Кришна лично выбивал у него вот эту зависть. Да? Мы знаем, что он красиво очень танцевал на его клобуках, заодно покорял сердца гопи. Вот там все соединилось, Лила Шакти все это сделала, ну, как бы, совершенным образом, что одно дополнило другое. Ну, короче, зависть заняли в преданном служении. То есть это позитив. То есть очень важно, чтобы мы вот эту историю очень позитивно восприняли. В земном Вриндаване мы не можем представить себе все блаженство в Раджабхаве без зависти змея Кали, без вот этой смерти мальчиков и коров, и когда Кришна оживил их своим взглядом. Это неотъемлемая часть вот этого лила, вот этого водопада лил Вриндаван. Итак, о чем я вообще думаю? Да, почему я вообще эти вещи говорю? Я в большом экстазе, я уже преданным старшим говорил, что происходит в нашей общине. Я чувствую очень много нектара. Я чувствую вообще густой экстаз. Я просто чувствую не просто картику, а просто Вриндаван. Мне не хочется ехать уже во Вриндаван, что со мной случилось. Я, всю жизнь у меня головная боль, что я там не во Вриндаване, не в Майяпуре. Там, не смотрю Майяпур ТВ, чтобы не плакать. Знаете. Но тут я начал подозревать, не просто теоретически, что там Екатеринбург не отличен от Майяпура, да, много раз говорили, что это не экочакра и так далее, ну, я кивал головой, конечно, но сейчас я начинаю чувствовать это. Ну, как вот Кришна, когда увидел, вернее, Арджуна, да, когда Кришна явил перед ним эту вселенскую форму, не только я слышал от великих мудрецов, сейчас сам понимаю это. Вот. И я чувствую большое счастье от отношений, как преданные проявляют свою преданность, особенно вот как старшие вайшнавы удивительно общаются друг с другом, проповедуют. И как иногда какие-то капельки критики, да, они вот ослабляют. Вот, знаете, уже чувствуешь. Вот, когда я, ну, как вот на примере с этим тортом, когда вы уже в клубничках, да, вот чувствую, вот кто-то начнет что-то критиковать, я прямо чувствую, что что-то очень важное уходит. И вот я читал эти тексты, и я подумал, ну, как-то надо поделиться. Поделиться. Вот недавно старшие преданные же не случайно выпали, выпустили этот документ, мне очень понравился. То есть я не принимал никакого участия, сразу говорю, я тут ни при чем.
Но там уже выработаны правила, как нам организовать хотя бы сдерживание критического умонастроения, если вы читали этот документ. Вот. Вот хорошо бы нам на уровне разума, да, на уровне какого-то нашего опыта сделать все возможное, чтобы там, где будут проявляться очаги критического умонастроения, туда немедленно был направлен взгляд сострадания преданных, чтобы яд немедленно трансформировался в прему. То есть нужно оживлять всех преданных, которые так или иначе могут потухать и потухают, иногда мы видим, да, под влиянием каких-то вот, ну, неадекватного восприятия, что происходит между преданными, когда вот провоцируется какая-то критика. Вот очень важно нам вовремя как бы распознавать эти вещи и выпивать этот яд. Да, вот выпивать буквально, не проблематизировать это все, ну, то есть понимать, что без яда нет Вриндавана, ну, в этом материальном мире, да. То есть вдохновляться, воспринять такой дипан, это возможность проявить вот это парадука дуки и парасука суки. Если мы видим, что какой-то преданный получает много милости Господа Читания, давайте радоваться этому, давайте вдохновлять друг друга, чтобы это все усиливалось. И если мы видим, что кто-то приуныл, то мы должны понимать, что там где-то критика мешалась. И давайте будем парадука дуки, давайте будем обращать вот этот взгляд сострадания, чтобы преданный опять стал полностью счастливым, не просто чуть-чуть счастливым, а полностью счастливым в сознании Кришны. Вот это замечательное умонастроение на вайшнавской семье, вайшнавской общины, мне кажется, вот, очень уместно о нем поговорить, вот, по поводу вот этих текстов. То есть еще мы не встретились с Кали, там будет целая история, там будет очень много экстатических деталей, а просто вот я, да, и Кришна уже с ним справился, ну, с его разрушительными последствиями, да. То есть преданные пострадали, но Кришна уже их оживил. Вот. До самого Кали, может быть, не так легко подобраться, да, вот. Но с завистью точно можно бороться, с критическим умонастроением можно бороться. Просто любовью. Так. Ну, уже 9 часов, не получилось мне рассказать о явлении Радхакунды, хотя там, ну, самый-самый густой взгляд Кришны, он на Радхакунде проявляется. Это место, где, ну, собираются самые близкие преданные Кришны, там происходит раса-лила, во многих местах во Вриндаване происходит раса-лила, но на Радхакунде особое, потому что там нет даже садхар. Ну, то есть там преданные, которые пришли из духовного мира. Особо близкие спутники. Потому что когда Кришна делает, ну, совершает раса-лилу, в других местах там также участвуют гопи, которые, ну, возвысились из этого материального мира, описывается, не садхаки. То есть они не те парикары. И так Ачарья объясняет, что они немножко как бы отвлекают сосредоточенность Кришны на Радхе, Радхе на Кришне. А на Радхакунде совершается что-то невообразимое. Там вообще никто не имеет доступа, кроме вечных спутников Кришны. И там Кришна полностью поглощен любовью к Радхарани, Радхарани полностью поглощена любовью к Кришне. Настолько сильно, что они буквально чувствуют разлуку друг с другом, несмотря на то, что они рядом. И настолько они чувствуют эту разлуку, байчитья, вот такое особое слово подбирает Ачарьи, вот эта эмоция разлуки, это кульминация, что Кришна, он приобретает форму Радхарани, Радхарани приобретает форму Кришны. Это как в духовном мире появляется Радхакунда, Ишьямакунда описывается. Это не материальный сценарий, явление Радхакунды. Но в духовном мире именно так это происходит. Что Кришна, он в разлуке с Радхой, несмотря на то, что они вместе, он приобретает тело Радхарани. И чувствует, что Кришна куда-то исчез. Он начинает плакать. Из этих слез появляется Ишьямакунда. А Радхарани начинает плакать в разлуке с Кришной.
появляется Рада Кунда. То есть это очень могущественные озера, в которых самая глубокая любовь проявлена. Вот. Поэтому это особое место, и там некоторые ачарьи вообще, они даже не чувствуют себя квалифицированно прикасаться к этим водам, то есть делать там омовение. Бхактян Сарасвати Такур, он не делал омовение, он склонялся перед Ратхакундой, и он просто брал с большим смирением три капли воды Ратхакунды и окроплял свой голову. Все, это все, что он мог себе позволить. И он тогда чувствовал, да, что милость Ратхакунды входит в его сердце. Конечно, есть милость ачарьев, которые позволяют нам совершать омовение. И вот сегодня особое торжество, множество преданных придут на Ратхакунду и в полночь будут совершать вот особое омовение, когда можно получить огромную милость Ратхакунды. Есть даже целый ритуал, когда мы заходим три раза, погружаемся в Ратхакунду, выходим, потом три раза в Шимакунду и опять в Ратхакунду. Это считается полное омовение, которое гарантирует нам получить доступ к этим сокровенным переживаниям Радхи Кришны, служить этому. Такова особая милость Господа Чайтаньи. Мы допущены даже к этому, мы можем медитировать на этот особый праздник, на особую милость Ратхакунды, день явления. Это можно делать в медитации. Рупа Госвами говорит, если у нас нет возможности физически там быть, можно это делать в медитации. И могущество медитации такое же. Не отлично. А иногда даже больше милости можно в медитации получить. Как Манаса Пуджа. Опытные пуджари знают. Опытные пуджари, которые полностью погружены в своего иштадева, вот, в поклонение своим божествам, они совершают пуджу на внешнем уровне. Но также они совершают пуджу в уме. И многие из них говорят, что в уме соприкосновение с иштадевом происходит еще более тесно, чем когда они внешне совершают пуджу. Там нужна больше концентрации. В этом смысле очень-очень благоприятный день. Вот, если мы можем, у нас будет возможность, важно погрузиться в эту игру, явление Ратхакунды. Это связано также с убийством демона Риштасуры, если мы вспомним, как в материальном мире, да, на Земле появилась Ратхакунда. Но уже нет времени детали не рассказывать. Давайте попробуем обсудить вместе, кто-то может быть дополнит. Вопросы какие-то, пожалуйста. Вопрос, какова природа зависти и ее корень? Ну, никто нам не выскажется, мне вопросы зачитывать, или может кто-то поделится пока. Какое-то обсуждение завязалось. Хари Кришна. Шишка Прабу. Это Сахадев, да? Да, Сахадев. Мои поклоны. Примите мои поклоны. Спасибо большое. Мне вот одно не ясно сейчас. Если бы... Это я пропустил, наверное. Я записал одно из последних. Яд, вот этот критика, нужно выпить зачем-то. Выпить. Зачем это выпивать яд этой критики? К чему это приведет? Я же умру. Умру просто. Как эти мальчики-пастушки. А взглянет ли на меня Кришна? А живу ли я потом? Смогу ли я встать потом? Как это? Яд критики кого? Кому нужно выпить? То есть яд критики преданных другим преданным или к себе? Или нет разницы? Да-да-да, нужно умереть. Чтобы жить, нужно умереть. Бхактитирта Махарадж сказал, нужно успеть умереть до смерти. Что имеется в виду?
ну, с уровня собственной реализации, насколько я могу понять, что именно вот эта простота мальчиков, что они, ну, как сказать проще, они не заморочены, знаете, у них же нет такой вот, вот постоянной медитации, как получить милость Кришны, как вот не попасть в трудную ситуацию. Они же полностью положились на Кришну, у них нет проблем. То есть они особо не думают, ну, как правильно жить, как правильно служить Кришне. Они спонтанно любят Кришну, просто любят Кришну. Вот чтобы просто любить Кришну, без заморочек, и стать инструментом Лила Шакти, нужно полностью умереть. Вот пришли, хочется пить, ну так устроить, пить-то хочется. Взяли, попили, там яд, умерли. Это неприятно. Но именно благодаря вот этой непосредственности и полностью зависимости от того, что происходит во Вриндаване, они побуждают Кришну вот бросить на них вот этот взгляд, который их оживит. Ну, то есть нам очень трудно понять, что неприятности в духовном мире – это источник глубокого блаженства. Но это очень трудно с материальным опытом представить. И чем больше неприятностей в духовном мире, тем больше блаженства, тем больше милости Кришны получают преданные. Вот, то есть важно вот здесь принять вот этот момент, что именно смерть мальчиков, она привлекла вот этот особо милостивый взгляд Кришны, поэтому, когда они ожили, практически немедленно, да, вот они умерли и тут же ожили по милости Кришны, и вот они пережили вот это изумление, это ж какое блаженство были, когда они чувствовали, что они умерли и тут ожили, это же удивительно. Это же нужно хорошо умереть, понимаете? Чтобы потом почувствовать себя счастливым, что я ожил. Но если я понарошку умер, ну как я почувствую себя счастливым, что я ожил? И не просто ожил, а что меня Кришна оживил. Это же какой будет всплеск любви. А если я как бы умер, не по-настоящему, то как я могу почувствовать всплеск любви? И так умереть нужно, это хорошо. А что значит выпить яд? Да, его нужно выпить. Ну, если уже перекладывать на наш трансцендентный быт, нашей вот вайшнавской жизни, такой обыденной. То есть не так, что мы равнодушны, что кто-то критикует кого-то, а нам вот как бы, ну, критикует и критикует, это его проблемы. Нет, мы должны быть обеспокоены. Это должно нас очень сильно волновать. То есть буквально вот рефлекс такой, надо выпить яд, перепустить его через свое сердце. И если наша мотивация правильна, если это неравнодушие исходит именно от того, что мы теряем бхаву, теряем любовь, то есть преданные будут страдать, будет прерываться наше общее служение, то именно вот это наше неравнодушное, с которым будем пить этот яд, оно будет трансформироваться в нашем сердце в любовь. То есть будет выглядеть внешне эмоционально все так, что мы, ну, будем просто плакать, понимаете, что кто-то кого-то обижает. Вот. И вот эти слезы, они могут полностью перевернуть сознание того, кто критикует. Это как тот же Бхактитирта Махарадж рассказывал, как они ссорились со Сварупой Махараджем. Для нас они сверхлюди сейчас. Да? Все знают со Сварупой Махараджем, близкий спутник Шрилы Прабхупады, Бхактитирта Махарадж, ну, Парамахамса Уттаматхикари, величайший проповедник. И вот в 70-х годах они организовали проповедь вместе, оба интеллектуала, ходили по университетам, распространяли комплектами книги Прабхупады, называемая библиотечная группа была. И вот они очень сильно ссорились друг с другом. Сам Бхактитирта Махарадж рассказывал. Знаете, так мощно, с интеллектом, знали, как подколоть друг друга, как опустить друг друга, как найти недостатки друг в друге. И вот в очередное утро перед служением они очень сильно поссорились. И Бхактивинода Махарадж ушел и забыл что-то. Что-то там забыл, какую-то книгу или что-то. Возвращается, а Сасарупа Махарадж сидит и плачет. И вот он видит вот эту сцену. И он чувствует, какую боль он доставляет своему другу. И когда он увидел, что Сасарупа
Махараш плачет, а он-то думал, что ну как, Сварупа Махараш, ну как, что он как бы, ну. Но он монстр, он такой, сякой, ну какой там слезы, у него даже не доходило, что он может страдать. Надо просто как бы убить демона в сердце преданного, так Бхактивинода Махарадж думал. Ну задавить его там, да. А тут приходит, а он плачет, оказывается, он страдает. И это настолько для него было неожиданно, что он сам заплакал. Вот, и с этого момента их отношения изменились. Ну, вот это глубокое неравнодушие к тому, что преданные, они теряют очень ценную вещь, они теряют сознание Кришны, они теряют свою привязанность к Кришне. Если они попадают вот под ну, вот это настроение критики, и мы это всем сердцем, вот буквально как родители, они всем сердцем впитывают трудности своих детей, да? Не знаю, ребенок заболел, и мама уже ни о чем не может думать. Это болезнь. Критика – это болезнь. Это болезнь в обществе преданных. Вот то, что мы, вирусы, они попадают в нас из этой внешней культуры время от времени. И мама, она постоянно, и папа, они же думают об этом, как помочь ребенку. И благодаря их мыслям, просто их медитации, они лечат своих детей, они находят лекарства, они находят врачей. То есть происходят какие-то очень важные вещи, когда ребенок выздоравливает в доме праздник. Да, то есть мама очень счастлива, папа очень счастлив, дети очень счастливы. Вот что-то такое. В этом смысле мы пьем. Это необыкновенная зависть. Это зависть, которая происходит по отношению к преданным. Вот на этом я хотел обратить внимание. То есть Кали, он необыкновенный завистник. Он завидовал преданным. Там произошла вот размолвка именно между преданными. То есть на такую зависть Кришна обращает особое внимание. То есть он не убивает, то есть Калию не убили. Его перевоспитали. Ну, как-то еще подробнее надо, как Сахадев. Как-то прояснять, что я пытаюсь высказать. Да, это проясняет. Правда, появляются еще вопросы по ходу. Ну, давай, вот мне лично тема нравится, не знаю, как другие вайшнавы, конечно. Я извиняюсь, если я кого-то утомил, но меня это включает в себя. Очень интересно вот это вот, плакать, что кого-то обижают. А кто-то приходит ко мне и говорит, Сахадев, ты же обижаешь, я плачу из-за этого. Так я сам плачу, что вы говорите, что я обижаю, я же не обижаю, я же уже плачу. И так пошли по цепочке. Начинается вот это вот, ну, то есть, как будто бы я кого-то покритиковал, кто-то плачет из-за этого, но я чувствую, что меня критикуют, я плачу из-за этого, я делаю следующее, и так без конца. Что это такое? Где это, в какой момент Кришна должен посмотреть на это? Чтобы прекратить? Нет, вы заметили, что когда мы начинаем это обсуждать, то мы буквально на глазах излечиваемся. Вы заметили, как счастье, оно увеличивается, когда мы начинаем вот эти вещи ставить на вид, говорить друг друга, сопереживать. Мы видим, что мы очищаемся при этом. Есть такой опыт? Да, есть. Вот. Это, похоже, мой призыв сегодня. Давайте вот это вместе пить и вот трансформировать это в любовь. Мы увидим, что общество преданных удивительно. Здесь даже зависть удипан. Причем, чем она как бы хитрее, тем больше мы чувствуем родство друг с другом. Если мы идем на это, если мы не пара дука-суки и пара сука-дуки, а если мы пара дука-дуки, если мы выбираем милость взгляда Господа, милость Господа Читания, вот это сострадание. Это очень блаженный процесс. Ну, я не могу сказать, что у меня много опыта в этом, но вот этот опыт, который есть, он превосходит всегда все мои ожидания. Я чувствую, что только в обществе преданных можно полностью избавляться от зависти, полностью, тотально. У меня почему-то на вот текущий момент у меня полная уверенность, что в обществе другом, даже религиозных людей, это невозможно. Но в обществе вайшнавов, именно вот последний Господа Читания, который несет вот этот вот плод особый, это возможно. Полностью избавиться от зависти. Более того, зависть становится, ну, как бы поводом для того, чтобы
но проявить еще большую любовь. То есть преданные могут дарить очень-очень много любви. Может, это я такой избалованный, я столько любви получал от преданных. И до сих пор получаю. И как вы думаете, после чего я получаю? После того, как я наделал каких-то делов. Ну, я куда-то там ляпался, что-то не то сказал. И я получаю, ну, по-хорошему, по шапке, но с такой любовью, что я чувствую, ва, да я другой вообще. Вот в среде такой любви я чувствую, что я совсем другой человек. Что я тоже могу любить. Что я могу как бы искренне радоваться тому, кто получает милость Кришны. Я тоже могу. Вот забери вот эту любовь преданных, забери вот эти интересные как бы действия, происшествия, которые со мной происходили. То вот возьми меня, вот я вот точно радуюсь, когда другим плохо. Ну вот если вот честно посмотреть, в полном экстазе вообще, у меня вот энергия приходит. Если кому-то хорошо слишком, ну я начинаю думать, что-то пора мне тоже там взяться, ну, за дела, что-то у меня не так хорошо, как у окружающих. Ну вот клянусь, это постоянно живет. Но по милости преданных я чувствую, что я другой на самом деле. Это все наносное. Это все наносное. И вот это наносное, оно на самом деле в присутствии милости Господа не имеет никакой силы. Отнимите милость Господа, и это невозможно преодолеть. Вот все вот успешные интеллектуальные люди, с которыми я общался, ну, по мере даже моей проповеди в этом внешнем мире, они мне все говорили: Володя, зависть невозможно преодолеть. О чем ты говоришь? Ну, философы. Это просто невозможно. Смотри, весь мир держится на этом. Нужно просто нравственность. Вот если Макиавелли, знаете, вот идеология государства. Человек человеку волк. Знаете эту теорию? Поэтому нужно государство. Потому что если нет государства, люди перегрызут друг друга. Это в основу как бы социального строительства современного демонического поставлено, даже чисто идеологически. Они даже не верят, что это возможно преодолеть. Но в обществе преданных я имею другой опыт. Ну, вот хотелось бы больше, конечно, но так или иначе он есть, прецедент есть. Что в обществе преданных мы можем чувствовать глубокую любовь ко всем живым существам. И когда кому-то плохо, мы можем разделять эти страдания. И по мере разделения этих страданий у нас появляется особый разум духовный, как проповедовать сознание Кришны. Чтобы все люди, которые страдают сейчас, они получили милость Господа, читание, милость святого имени. Этот контакт нужно взять, соединить каждого со святым именем, в духе сострадания. Но опять-таки, как у меня это в обществе преданных получается, что кто-то выпивает мой яд. Вот как это получается. То есть кто-то вместо того, чтобы нахлобучиться против осуществления, начинает вот гладить его по головке, говорить: успокойся, вот. Ты, конечно, такой-сякой, но нормально. Ну, как-то так, по-доброму. И я понимаю, что самая главная болезнь уходит. Так, Сахадев, скажи мне, что я сейчас сказал? Ну, в смысле, хоть я сам, я сейчас немножко в таком как бы эмоциональном возбуждении, прошу прощения, я хоть членораздельно выражаюсь, вот что ты понял? Вообще, очень здорово. Для меня, по крайней мере, все понятно. Я в экстазе от такого ответа. Я тебе верю, хорошо. Спасибо. Так, ну что, Денис из Веков, Джаганат Баладев, Прабу, мои почтительные поклоны. Какова природа зависти, ее корень? Строго говоря, зависть – отсутствие премы. Аналогия приводится темноты и света. Свет имеет субстанциональную вещественную природу, да, а тьма нет. То есть темнота – это просто ничто. Поэтому с завистью бороться невозможно.
таково, да. Единственное, как можно бороться с завистью, это включить свет любви. То есть пустоту сердца, которая рождает вот эти эмоциональные проявления. Несмотря на то, что это пустота, на уровне как бы сознания живого существа это проявляется так, что вот этот голод, голод любви выражается в эмоции, вот, поставить себя на место Бога. Ну, проявляет это извращенное чувство собственника, ну, быть тем, кем ты не являешься. Настолько плохо живому существу, оно начинает имитировать ну, чужое бытие, чужое, так сказать, ну да, чужое положение. Вот, и в этом смысле корень, если это корень, да, корень – это пустота, то есть это отсутствие любви к Кришне. Поэтому и борьба с завистью только одна. Мы с темнотой и завистью не боремся, но мы заполняем ее любовь. Вот это то, о чем мы пытались сейчас говорить немножко в практическом русле, ближе к нашей жизни. Как занять зависть в преданном служении, Малогавинда спрашивает. Вот, мои поклоны. А почему он спрашивает? Потому что Наротамдас Такур говорил, зависть нельзя занять в преданном служении. Вот. И это правильно. Нужно обязательно об этом сказать, что саму вот эту энергию зависти, парадука, суки, парасука, дуки, да, мы не сможем занять в преданном служении. Поэтому зависть нужно уничтожить. Зависть мы не принимаем. Мы ее просто как бы вот переживаем, перевариваем, наполняем любовью. И по мере того, как преданные освобождаются от зависти, мы можем все занимать остальное в преданном служении. Даже вожделение и гнев можно занять в преданном служении. Все другие анартхи и слабости можно занять, но зависть нет. Зависть нужно наполнить любовью. То есть нужен взгляд, могущественный взгляд Кришны. Нет другого пути. Так, Джагат-кирти, мои поклоны. Получается, что будучи песчинкой в духовном мире, я радуюсь экстазу гопи, чувствую еще больше экстаз, поэтому и зависти нет. Спасибо большое, хороший афоризм получился. Ну, говорят же, что есть зависть в духовном мире. Ну, скорее всего, такая она и есть. Что я, может быть, завидую, что кто-то больше служит Кришне. И вот эта зависть приводит к тому, что я еще больше сосредоточен на его служении и радуюсь этому. Разделяю вот этот экстаз. В результате, ну, как бы и зависть, нельзя зависть назвать. Вражды не возникает. Так, Дойл Нитай. Интересно. Ну, спасибо на добром слове. Так, можно ли так сказать, что выпивать яд – это и есть развить все прощения? Чемпакалата Матаджи, мои поклоны. Ну, чтобы выпить яд, уже нужно простить, насколько я понимаю здесь, если углубиться в технологию. То есть, если мы кого-то не прощаем, нам очень трудно будет разделить с ним его трапезу зависти. То есть, прощение означает, что я не держу зла. Простить значит забыть, мой Гуру Махарадж говорит. То есть я должен избавиться от чувства претензий, вот от чувства вот мести, или как сказать, ну, простить, да, должен простить живое существо. Даже если он завидует мне, даже если он совершает какие-то нехорошие вещи по отношению ко мне, я все прощаю, и как только я прощаю, у меня появляется сострадание к этому живому существу. Я понимаю, что мой обидчик еще больше страдает, больше меня страдает, чем я сам. Вот до прощения я не могу так чувствовать. Я думаю, что он там радуется, когда меня обижают. Я даже не понимаю, что ему еще хуже. Но вот когда я простил, да, я могу это понять, и я могу посочувствовать, посопереживать, проявить сострадание. И таким образом я помогаю живому существу заполнить его пустоту вот этой любовью. Я бы как-то так ответил.
Так, от Каруна Гаури Матаджи, Хари Кришна. Пояснить. Получается, что чтобы иметь квалификацию, помочь кому-то выздороветь, я сам должен быть здоров. А если я сама еще с таким же диагнозом, как я могу помочь другому? По милости того, кто пьет наш яд. Вот так это происходит. Это, знаете, как в больнице. Тот больной, который больше выздоравливает, он уже начинает помогать врачам, ухаживать за другими больными. И это важно. Как в школе Сухомлинского, помните? Сухомлинский, по-моему, это он, да, ввел вот этот принцип в своей школы, когда его старшие ученики, они заботились о младших. То есть он непосредственно заботился о каких-то ребятах, беспризорниках, он работал с беспризорниками. Он буквально выпивал их зависть, их озлобленность. Кстати, хороший пример Сухомлинского. Вся его педагогика была основана на том, что он выпивал чужую зависть, начиная с беспризорников. И эти беспризорники, они не видели такого. Они знали только око за око, зуб за зуб. Вот, если ты, негодяй, беспризорник, воруешь у кого-то, тебя будут бить, колотить. А Сухомлинский давал любовь и заботу. И это полностью преображало ребят. И вот они становились уже нормальными, они начинали мыться уже, просто потому что их учитель просил, начинали как бы чистую одежду носить, такими пионерами уже быть, образцово-показательными, и новую порцию беспризорников привозили. И те там курят, там, конечно, ничему не подчиняются. И вот эти уже старшие ученики, они проявляли эту любовь и заботу по отношению к новичкам. Буквально, по-моему, даже читая Чаран Прабху в лекциях вспоминал об этом, когда там эпизод из этой педагогической поэмы, да, есть же книга об этом. И там старший ученик приходит к младшему и говорит: ну давай, мы же договорились, давай там делать то-то, то-то и то-то. А он тому курит ему, демонстративно в лицо говорит: ну и что ты мне сделаешь? Ну, не буду я мыться, не буду я стираться. Что будешь общаться с таким вонючим, ну как бы, человеком? Он говорит: нет, я с ним общаться не буду, я сначала его помою. Я за тебя помою твое белье, за тебя вот как бы сделаю что-то, чтобы ты стал чистым, а потом уже буду близко с тобой общаться. И это покоряло ребят, вот этих новичков. Вот что-то подобное в нашем случае. Диагноз у нас у всех есть. Мы жители материального мира. Но приходит духовный учитель, и он движим премой. И в ауре духовного учителя мы начинаем чувствовать эту любовь. И мы немножко выздоравливаем. У нас проблески парадуха духи появляются. Вот мы способны разделить успех другого, сострадать другим. И мы передаем это другим преданным. Также не преданным. Вот ровно настолько, насколько мы получаем от духовного учителя, мы можем передавать. И нам рекомендуется передавать. Конечно, если глубоко смотрим в сердце, ну за что мы беремся? У нас у самих зависти столько, да? Но мы должны понять, что есть милость духовного учителя, и мы за нее должны взять ответственность. То есть это другая крайность. Да кто я такой, чтобы проповедовать? Да кто я такой, чтобы давать любовь? Нет у меня любви. Это тоже, ну, некая форма иллюзии, потому что тем самым мы как бы оскорбляем даже милость духовного учителя. Тебе же дают любовь. Как ты можешь говорить, что у тебя нет любви? Это не твоя любовь, да. Но любовь тебе дали, делись любовью с другим. И так больные начинают помогать лечить других больных. Это принцип парампары. Вот поэтому у нас нет оправданий. Как я могу пить чужую зависть? У меня у самого его много. Нет, нет, нет. Это наставление гуру. Наставление гуру – давать любовь. Получать любовь и давать любовь. В этом суть бхакти-йоги.
Так, Леша Буднов, мои поклоны. Правильно ли я понял, например, в Санге идет процесс с критикой. Нужно реагировать на нее, дать обратную связь любви, не реагировать с вызовом. Все нужно прояснять. Выпить я, значит, переварить пахтанье в Санге. Спасибо большое, совершенно точно. Вот системный подход, Алексей. Здорово. Можно вопрос? Да, Марджана Дина. Вас Шишка Прабу, пожалуйста, примите мои поклоны. Вот я правильно поняла, что если, например, человеку плохо, я прихожу к нему и начинаю ему сочувствовать, а в самом деле сама ликую. То есть я распространяю зависть на него, на себя и на всех, да или нет? Ну да-да-да, если вот эмоция у нас вот пробуждается, вот радость по поводу неудачи кого-то, да-да-да, вот все, что из меня не зайдет, даже вот приятные слова, даже служение в этом приподнятом состоянии. Вот все, это будет распространение зависти на самом деле. Вот так же в материальном мире происходит. Они же тоже вроде служат друг другу, но чаще всего это эмоция зависти. Очень много, очень мало бескорыстия, очень мало подлинной любви. Надеюсь, Анна Дима, же я ответил, вот мне нужно срочно исправиться, я сделал ошибку. Не Сухомлинский, а Макаренко, меня Акантика Матаджи поправляет, спасибо вам большое. Да, это Макаренко, по-моему. Он же педагогическую поэму написал. Спасибо большое. Угу. Получается, что распространение любви, хотя даже у тебя и этой любви нет, это будет как служение Кришне. Как самое могущественное служение Кришне, да. Вот как только появилось сострадание, вот нужно его как-то проявить. Как только я чувствую искреннюю радость, что какой-то преданный получает милость, как-то надо его прославить, поддержать, отметить это. Это будет увеличивать любовь. Поэтому преданные, они эксперты в прославлении других преданных. Но надо, конечно, делать искренне. Вот. Вот как только парасукха сукхи проявляется, нужно это использовать для киртана. И это разнесется на всю сангу вайшнав, на всю вайшнавскую семью. Васушиша Прабху, а если вот этой искренности нет, то надо молиться, просить у Господа, да? Или как? Когда мы чувствуем, что у нас нет искренности, это значит, что в этот момент мы искренни. Как вот говорят же психологи, да, есть два подхода к стакану, который наполовину наполнен водой. Можно сказать, он наполовину наполнен, можно сказать, наполовину пустой. Вот когда мы чувствуем, что у нас нет искренности, нужно вот выбрать вот это чувство, которое вдохновляет нас видеть свою неискренность. Это искренность. Вот так искренность будет постоянно, постоянно вытеснять нашу неискренность. Ну, другими словами, искренни мы, не искренни, искренне действуйте. Что искренне служите Гуру. Я ответил. Искренность – это синоним честности. Если мы признаем в себе какой-то недостаток, это уже искренность. Вот давайте действовать в таком же духе. Спасибо большое. Так, ну 9:35. Много еще вопросов. Даже Шимахладини Матаджи задает. Ну, хороший вопрос. Ну, ладно, еще озвучу ваш вопрос, Матаджи. Кали был проклят преданными. Проклясть – это то же, что и выпить яд? Ну, диалектический вопрос вы задали. Слово интересное. Диалектика, да? С одной стороны, проклятие, да, это же некое, да, спонтанное чувство. Вот, оно происходит в соприкосновении с ядом. Насколько я понимаю,
проклятия, которые действительно прерывают пхаву, а мы же подробно пытались понять, чем сущность проклятия. Проклятие – это нечто, что прерывает поток пхавы в сердце, несмотря на внешнее следование правил предписания бхакти-йоги. То выпить яд как раз означает, что мы находимся в этом пространстве зависти другого преданного, но от нас исходит принятие. То есть мы как раз, от нас не исходит проклятие. То есть мы принимаем эту ситуацию, благодаря чему у преданного, несмотря на его зависть, вот этот поток пхавы не прерывается. Я надеюсь, мне удалось эту цепочку описать. То есть что прерывает пхаву? Почему проклятие преданного приводит к тому, что тот вынужден остаться с пустым сердцем, да? То есть со своей завистью в итоге. Это значит, что кто-то искренне пожелал, чтобы преданный испытал какие-то страдания. Проклясть значит причинить, проклясть значит желать вреда, в том числе духовного вреда. Это духовная неудача. Вот когда я имел в виду пить яд, я не имел в виду, когда мы пытаемся разделить с кем-то его трудности, его критического настроения, то мы заражаемся этой критикой. Нет, мы ее принимаем, ее перевариваем. Но мы как раз не проклинаем. Другое дело, остается только догадываться, что произошло у Кали в его прошлой жизни, у змея Кали, когда он был преданным и жил в Ашраме в Гималаях, то есть когда он заслужил проклятие другого вайшнава. Похоже, проклятие другого вайшнава было не в духе сострадания сделано. Получается, так бы я уже ответил на этот вопрос. Итак, пить яд, если уже сделать вывод, это значит благословить это внутри своего сердца, не проклинать. Если мы попали под проклятие, под настроение проклятия, это значит, мы не справились с ситуацией. То есть не хватило адхикара, не хватило квалификации. Но опять-таки, даже это не беда. То есть мы начали как раз сегодняшнюю лекцию именно с этого. Что даже если мы из-за недостатка квалификации иногда в этом активном общении, активном эмоциональном общении проклинаем друг друга все-таки, то даже эту ситуацию можно залечить при желании, при должных усилиях, при должной, так сказать, даже договоренности общей, при определенной культуре, культуре вайшнавской семьи. Если где-то там искры пошли, можно, так сказать, это правильно принять, опять-таки, на каком-то этапе остановиться, насколько нам квалификация позволяет, и выпивать уже яд по-настоящему, без проклятия. Чем охладение? Мне удалось как-то выйти из положения. Можно добавить насчет проклятий? Чем охладение, что-то хотела сказать, потом ты обхером такой. Я это имела в виду, что, я так понимаю, выпивать яд – это когда зависть, она разобьется просто о любовь преданного, да, получается? Ей некуда развиться, то есть она, как стена любви, да, просто и все, и зависти нет. А проклясть, вы вначале говорили, что и проклятие, есть же много примеров, когда проклятие мудрецов и святых, оно оборачивается благом, там тот же Нарукавара и Минигрива, да? То есть по-другому, например, с ними невозможно было поступить, что им нужно был шок какой-то, да, и который это как благо потом принесло им. И вы говорили, да, что и проклятие тоже, это квалификация проклятия, принять, что оно тоже, что если мы его принимаем, да, получается, то есть Кали, он его не принял, поэтому он река зависти на 12 километров разлилась. Если мы его принимаем, да, тоже освобождаемся, получается, от зависти. Я
как сказать, рассматривала это, что проклятие, ну, может быть, проклятие это тоже вот такое слово, оно, может быть, здесь не очень подходит, но в том плане, что иногда нужно просто вот получить какой-то шок, да, ну, не просто любовь, да, что иногда, ну, как бы на меня это не подействует, например, да, понимаете, как шоковую терапию, это тоже как форма выпить яд получается, но просто преданный чувствует, что вот другому преданному так надо, ну, я как бы вот в этом смысле. Ну что, с помощью охлаждения, вот важно, важно, да, что мы размышляем, это углубляет. Я тоже чувствую, что я сам больше понимаю, что это. Так, от храм Такур, похоже, твой восклицательный знак. Да, Хари Кришна, дорогие преданные. Я тут просто хотел добавить насчет проклятия. Я сам столкнулся с такой историей. Это было очень давно, когда, Шешка Прабу, ты знаешь, на Елизавете мы разгружали там 20-тонники с книгами, в ДК там загружали. Вот, часто это самое, в Тюмени развозили, везде развозили книги. И был такой случай, когда мы выгрузили книги в фойе вот этого ДК. И в это время туда зашел пьяный киномеханик. Ну, он десантником был. Вот, и такой, как там, как король такой заходит туда, и что такое, тут книги стоят. И я так почувствовал, что-то такое, ну, в сердце это самое. А в это время я просто уже шел с книгами на второй этаж. Вот, и когда я спускаюсь, такая напряженная обстановка, все как будто там, ну, как бы в шоке, это самое, и этот шарашится здесь, киномеханик. И я спросил там, вот, ну, преданного, что случилось? А он, говорит, со всего размаха пнул книги. Ну, стопку книг. Вот. Я так на нее посмотрел. Я его все, ну, как бы проклял. Ну, так, я не знаю, там что на меня нашло. Я его просто реально проклял. И все, и он так раз-раз и, ну, ушел. Ушел, ну, как бы домой. А жил он недалеко тут от этого ДК. Вот. И через 5 минут его мать прибегает. И говорит, ну, что, ну, в общем, вся в слезах. И говорит, что он не мог попасть. А, или через, ну, минут через полчаса, наверное. Мать его прибегает и говорит, ну, как бы спрашивает, что произошло тут. Ну, как-то я не знаю, почему он сюда пришел. Но мы все объяснили. Она рассказала, что он, короче, с балкона выпал, не мог ключи найти от квартиры. И это самое, стал перелазить. Ну, свою квартиру, и выпал с балкона, и разбился. Вот, так что никого никогда не проклинайте, потому что в словах преданных есть вот такая вот какая-то сила, я не знаю. Потому что люди-то и так все прокляты уже. Вот. То есть надо об этом думать, и как бы, что бы там ни случилось, мы вот говорим по отношению друг к другу, а еще вот к людям, которые в материальном мире живут. Это очень серьезно. Не знаю. Спасибо. Ну, это как из опыта. Идеальная иллюстрация, в общем, нашему разговору. Спасибо большое. Я прошу прощения, что я не ответил на очень хорошие вопросы еще от Арчичараны Прабу. Вайшнави Такурани. Ну, зато процитирую Сашу Шишевского, он хороший итог подвел. Значит, Саша Шишевский пишет. Самое лучшее проклятие, чтоб ты стал чистым преданным. На такой хорошей ноте можно закончить следующий разговор. Спасибо всем большое. Хари Кришна. Радхарашиван Бхагаватам Ки Джай. Змейкалия Ки Джай. Кришна Бхагаван Ки Джай. Джай. Спасибо большое. Шиман Васушешти Прабу Ки Джай. Джай.